Продолжу рассказывать новости, которые касаются всей страны и каждого из нас. В следующем месяце на 6,1% проиндексируют все социальные пенсии. Индексация будет производиться с учетом темпов роста прожиточного минимума для пожилого россиянина за прошедший 2019 год. Такой вот подарок 1 апреля. Получатели социальных пенсий являются самой малочисленной группой в нашей стране. Ее платят, если у человека нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает для трудовой пенсии. Требования к минимальному количеству пенсионных баллов и стажа поэтапно увеличиваются с 2015 года. Так, если раньше он составлял всего 6 лет, то к 2024 году должен достичь 15 лет. В целом власти рассчитывают, что копить на обеспеченную старость граждане будут с помощью системы гарантированного пенсионного плана. Проект был составлен осенью 2019 года. Систему чиновники рассчитывают запустить с 2022 года. Будет возможность самостоятельно формировать свои пенсии через частные фонды при господдержке. Взносы и зарплаты станут добровольными. Благодаря новой системе выплаты для россиян могут увеличиваться в среднем на 16,5 тысяч рублей.